Флукс «Бабье лето». Автор Хватова, 2006 год. Высокий, до 90 сантиметров. Флукс. Крупное соцветие, до 4,5 сантиметров. Светло-сиреневый, с такими белыми лучами. В центре небольшое высветление. Соцветие крупное. Тут у меня уже он отцветает. И все равно видно, что соцветие очень крупное. Он пооблетел и стал таким реденьким, жиденьким. Но красавцем. Вот сейчас уже сумерки, и он начал синеть, как обычные такие вот сиреневые флоксы. Голубеет. Соцветие полушаровидное. Шаровидно-коническое. Очень красивый флукс. Они тут рядом стоят с Фаиной Раневской и, в общем-то, хорошо друг друга дополняют. Вот такой интересный флокс. Высокий, статный. Бабье лето Хватовой.